Судебные приставы подвели итоги работы за первое полугодие 2013 года. За этот период удалось взыскать 717 миллионов рублей. В частности, продолжилась работа с нерадивыми алиментщиками. 145 должников разыскали с начала года, 88 пока успешно скрываются. Впрочем, чем грозит неоднократное уклонение от выплаты собственных долгов, теперь знает житель Приволжска. Гражданин продавал алкоголь несовершеннолетним. За это торговец получил административный штраф в размере 200 тысяч рублей. В установленный срок долг государству приволжанин не отдал и получил еще 14 тысяч рублей исполнительского сбора. Гражданин был подвергнут административной ответственности в виде 10 суток административного ареста. После отбытия наказания должник в срочном порядке погасил имеющуюся задолженность, то есть 200 тысяч рублей административного штрафа, 14 тысяч рублей испанского сбора. Однако судебный пристав-исполнитель, проявив принципиальность, составил по второму постановлению также протокол административного правонарушения, и гражданин вновь был подвергнут административному арресту на 13 суток.